еще одна интереснейшая публикация. 10 самых знаменитых комет. Как правило, небо – достаточно предсказуемая штука. Солнце восходит и заходит, луна меняет фазы, созвездия остаются неизменными на протяжении сотен лет. А вот кометы – это исключение из этого размеренного списка. Одни движутся по постоянной орбите, а другие появляются неожиданно, вызывая у человечества восторг, смешанный с ужасом. На первом фото комета Лавджоя. В ноябре 2011 года австралийский астроном Терри Лавджой обнаружил одну из крупнейших комет около солнечной группы Крейца диаметром около 500 метров. Она пролетела сквозь солнечную корону и не сгорела, была хорошо видна с Земли и даже сфотографирована с МКС. Номер 2. Комета Макнота. Первая и ярчайшая комета 21 века. Также названная Большая комета 2007 года. Открыта астрономом Робертом Макнотом в 2006 году. В январе и феврале 2007 года была отлично видна невооруженным глазом жителям южного полушария планеты. Следующее возвращение кометы не скоро, через 92 600 лет. Комета номер 3. Кометы Хьякутака и Хейла-Бопа появились одна за другой в 1996 и 1997 годах, соревнуясь в яркости. Если комета Хейла-Бопа была открыта еще в 1995 и летела строго по расписанию, Хьякутака обнаружили лишь за пару месяцев до ее сближения с Землей. Комета Лекселя. В 1770 году комета Ди-косая черта 1770 L1, открытая русским астрономом Андреем Ивановичем Лекселем, прошла на рекордно близком расстоянии от Земли, лишь 1,4 миллиона километров. Это примерно в 4 раза дальше, чем от нас находится Луна. Комета была видна невооруженным глазом. Комета номер 5. Комета затмения 1948 года. 1 ноября 1948 года во время полного солнечного затмения астрономы неожиданно обнаружили яркую комету неподалеку от Солнца. Официально названная C-1948V1, она являлась последней внезапной кометой нашего времени. Ее можно было разглядеть невооруженным глазом вплоть до конца этого года. Комета номер 6. Большая январская комета 1910 года появилась в небе за пару месяцев до кометы Галлея, которую все ждали. Первыми новую комету заметили шахтеры из алмазных шахт Африки 12 января 1910 года. Как и многие сверхяркие кометы, ее было видно даже днем. Комета номер 7. Большая мартовская комета 1843 года также входит в семейство околосолнечных комет Крейца. Она пролетела лишь в 830 тысяч километров от центра Солнца и была хорошо заметна с Земли. Ее хвост – один из самых длинных среди всех известных комет и составлял длиной 2 астрономические единицы. Одна астрономическая единица равняется расстоянию между Землей и Солнцем. То есть 2 расстояния от Земли до Солнца. Фантастика. Комета номер 8. Большая сентябрьская комета 1882 года, ярчайшая комета 19 века, также входящая в семейство Крейца. Она осталась примечательной благодаря своему длинному антихвосту, который был направлен в сторону Солнца. Комета номер 9. Большая комета 1680 года. Она же комета Кирха, она же комета Ньютона. Первая комета, обнаруженная с помощью телескопа, одна из ярчайших комет 17 века. Исаак Ньютон сам изучал орбиту этой кометы, чтобы получить подтверждение законов Кеплера. И последняя, 10-я комета, комета Галлея. Безусловно, самая известная из всех периодических комет. Она посещает всю Солнечную систему
каждые 75-76 лет и каждый раз хорошо видна невооруженным глазом. Ее орбиту высчитал английский астроном Эдмунд Галлей. Он же предсказал ее возвращение в 1759 году. В 1986 году ее исследовали космические аппараты, собрав множество данных о структуре этой кометы. Следующее появление кометы Галлея будет в 2061 году. Может быть, мы и доживем. Конечно, всегда остается риск столкновения какой-нибудь шальной кометы с Землей, что повлечет за собой невероятные разрушения и вероятную гибель цивилизации. Но пока это лишь пугающая теория. Самые яркие кометы могут быть видны даже днем, представляя собой потрясающее зрелище. Перед вами 10 самых знаменитых комет в человеческой истории. Наслаждайтесь. Thank you.